нарядный голод, безусловно, есть. Он есть не везде, но он есть. А его быть не должно. Вот снарядов должно быть столько, чтобы хватало и вагнеровцам, и Минобороны, и таким подразделениям, и таким запасам, чтобы они об этом не думали. Знаешь, вот есть наследственные болезни какие-то, которые с поколения в поколение передаются. И у нас что в войне 12-го года, 1812 года, что в Крымской войне, что в Первой мировой, да что в какой угодно. Постоянно мы с этим сталкиваемся, и сейчас мы знаем, что только публично уже сколько, не один уже, отвечавший за снабжение армии, уволен. Ну, будем надеяться, что в результате этих увольнений и изменений придет кто-то, кто наладит это так, что мы перестанем об этом слышать. Ну, не должно быть такого. Парни рискуют жизнью каждый день, кровью рискуем. Мы сидим здесь в тылу, мы что, не можем, если не получается у промышленности, ну, давайте как-то возьмем все себя в руки. Мы что, вот спросите каждого второго, мы не готовы после работы выйти на 2 часа помочь? Пока это все идет. Если надо. Но никто же даже не говорит, что надо. Все же говорят, что все в порядке. А спрашиваешь военкоров, они говорят, не очень в порядке. Или очень не в порядке. Уже давайте мы из нашего политического дискурса, из наших переживаний уберем это. Мы вот народ готовы помочь тем, кто за это отвечает. Еще раз. Единственное, хочу оправдать промышленность. Я не знаю, дело в промышленности. Нет, или в заказе. Сильно нарастили. Очень много производят. Работают по максимуму, но надо понимать, что есть и объективные. То есть ты не можешь, если надо 500 станков, а у тебя есть их 300, за день ты еще 200, да, которые встанут в линию, не могут. Здесь было бы очень важно, ведь как, снарядный голод, он возникает, если есть несоответствие поставленной боевой задачи и выделенного ресурса. Извините, товарищ генерал-лейтенант, что я... Ну, мне кажется, я достаточно точно формулирую, что под каждую задачу. Поэтому здесь просто очень важно согласовывать 3 фактора. Чтобы не повторилась трагедия лета, когда с появлением «Хаммерс» стали носить удары по складам, то есть надо грамотно складировать, грамотно формулировать задачу, грамотно обеспечивать. А здесь необходимо, кроме всего прочего, логистика, четкий сбор информации, ее донесение и военный расчет. А мы здесь, со своей стороны, сделаем все, что надо, чтобы помочь. Да, я именно об этом хотела сказать, что, сказав это, не можем мы не признать, что, послушайте, с той стороны снабжают снарядами десятки стран одного этого несчастного Зеленского. А у нас все-таки мы одни. Об этом тоже надо помнить. И каждый раз, когда мы возмущаемся внутри себя или публично, и хочется повозмущаться, как же так, неужели не можем наладить? Ну, надо вспоминать об этом все-таки, да? С кем мы воюем и о чем мы воюем?